Да. Леонид Владимирович. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас на минуту помочь? Здравствуйте. Вы санкционировали? Да. А как же? И в милицию, и в администрацию. У вас есть разрешение? Разрешение? Какое разрешение у меня может быть? Разрешение. Федеральный закон номер 54 Российской Федерации. Значит, давайте так. До тех пор, пока органы самоуправления, законодательные, исполнительные власти, в Севастополе не сформированы, я не могу никого уведомлять, потому что администрация, в принципе, является ненадлежащим ответчиком. Поверьте мне, все работает. Неужели? Вот сейчас, то, что вы сейчас делаете, действия, это несанкционированные, соответственно. А как насчет переходного периода? У нас вот есть именно. Переходный период? Вот закончился переходный период. Я сейчас работаю в соответствии с российским законодательством. Нет, вы нам объясните, переходный период есть или нет? Кодекс административных правонарушений. Я извиняюсь. 22. Я представитель власти, я попрошу Я тоже представитель власти, потому что если здесь вы сейчас оказываете неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. Я извиняюсь, у нас есть переходный период или нет? Переходный период? А вы не писали, кстати? Ну вот он будет 15-го, 11-го сентября. Уполномоченный майор полиции Кириченко, командированный из города Москвы. А уполномоченный чего? Участковый уполномоченный полиции. Какого района? УВД Маринский парк, прикомандированный к Ленинскому району. В Ленинском районе. То есть вы пришли разгонять народный митинг, да? Уважаемый товарищ полицейский. Уважаемый товарищ полицейский, вы пришли разгонять народный митинг, я так понимаю? Я не пришел разгонять. А что вы пришли делать? У нас переходный период, вы не знали об этом? Вам в Москве об этом не сказали? Есть переходный период. В Севастополе до 1 января 2015 года. Переходный период. Почитайте законы. Уважаемый товарищ майор. Неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Уважаемый товарищ майор, открываем книжку, читаем. Севастополе. Переходный период. Если вы полицай, оденьте фуражку с полицаем. И там будет четко понятно, кто вы, что вы здесь делаете. Не надо кричать. А кто кричит? Есть постановление о запрете митинга? Нету. Есть решение суда. Есть решение суда о запрете митинга? Есть российское законодательство. До свидания. До свидания. Руки в ноги, идите вперед. Все, тогда я вас попрошу сейчас. Все пройдемся в отдел. Да, разогнали. Будем разбираться, будем... Уже разогнались. Уже все бросили, загнались, пошли в отдел. Не надо это самое. Установить личность, пожалуйста, установите на месте. Я вас прошу просто прекратить. Протеть вы нас не можете. Вы имеете право требовать, не требуйте закона. Просить, я сейчас просите, прошу. Просите, меня не можете. Вы нарушаете закон. Вы можете, понимаете? Только требовать, согласно закону. В Севастополе установлен переходный период. Удостоверение, вот мой значок, понятно? Давайте вы нарушаете сейчас закон. Я вам представился. Я вам представился. Я уже представился. Я сказал, участковый полномоченный. Покажите, пожалуйста. Участковый полномоченный. Оно действительно, вы не полномоченный проверять, действительно или нет. Я вам представляю. Я должностное лицо. Я уже представился. Майор, я вам разъяснил. Вы совершаете административное правонарушение. Административное правонарушение. Закон о полиции. Все, давайте. Ребята, давайте не надо. Все продвигаемся в отдел к нам. Так у нас хунта оказывается в Севастополе, да? Вы кто вообще? Вы представитель хунта, нет? Кто вообще? Участковый уполномоченный. Вы представитель хунта или нет? Вы сейчас меня уже оскорбляете публично, я вас оскорбляю. Я уточняю вопрос. Это уже я уточняю вопрос. Севастополе, Тульда. Вы не разрешены. Собрания, митинги, пикеты. Почему вы нам запрещаете? Покажите, решение суда есть. Не надо сейчас уже. Покажите. Я к вам каких претензий не имею. Покажите, я каждый раз его обязан мне показать. Я вам лично не обязан. Как это нет? Потому что у меня к вам сейчас претензий нету. Я к вам не обращаюсь, понимаете? Я обратился вот к Федерации. Я уже несколько раз. Согласно закону полиции, статья 5. Вы должны представиться гражданину, который к вам обращается. Нет, я не обязан. Вы обязаны. Я к вам претензий не имею. Я к вам претензий, я еще раз скажу. Извините к людям, а я хочу, чтобы вы представили. Я к конкретному человеку. Как только вас. Покажите. Все. У меня к вам есть претензии. Все, не надо. А вы кто, я извиняюсь? Я законодатель. А вы кто? Что? Вы кто? Я исполняю обязанности заместителя начальника отдела МВД России по Ленинскому району. МВД Российской Федерации. Я вам не обязан. А фамилия? Крицын Александр Викторович. А звание? Капитан. Я обращался. А погоны есть? А я хочу, чтобы вы обращались. Я к вам не носите, да? Я к вам обращаюсь. Я понял, выйдет с тобой. Все, ничего. Как частное лицо здесь представляете, да? Я не частное лицо. А как кто? Я вам представился. Ну, вы не по форме, я вообще не знаю. По форме есть работник полиции. Скажите, вы что, с России к нам приехали? С России, да. По какому городу? Есть. Прикомандированный Ленинскому району. Все, я прикомандированный.
специально регистрируют. Мы подали в Ленинский район. Поверьте мне, я такие же полномочия составлять административные материалы на проезжие. Вот именно. Полномочия составлять, и ничего не мешает. Ребят, вы что-то перепутали. Севастополь — это не Москва. Это разные города. Ребята, прячьте один раз на все остальное время. Есть запрет? Нету разрешения. Запрет. Есть. У нас переходный период. У нас есть вот продолжать действовать старое законодательство. У вас есть претензии по этому поводу? Нету разрешения. Запрет. Есть? Нету разрешения. Запрет. Есть? Ну, уведомление. Запрет. У вас есть? Решение суда есть? У вас решение суда есть? Не надо кричать. До свидания. До свидания. До свидания. Приходите с решением суда. Приходите с решением суда. По форме, в кепке, где будет написано «полицай», вы с вами поговорите. Он воровал, ворует и будет воровать. Вот сейчас вы сами. Но я гражданин России. Вы что? Гражданин России. И что вы? Я представил. Понимаете меня? Вот что, как вы, вам никто не разрешает проводить эти митинги, но вы должны как бы получить соответствующее разрешение. А вот уведомление, почему не дали разрешение? Милиция, полиция не дает уведомления. Вот ли в орган власти. Органы власти. Почему не дали разрешение? Почему не дали разрешение? Администрация Ленинского человек района, подал. Или горсовет. Человек подал уведомление. Дали или нет? А я откуда знаю? У него спросите. Ну, вот должно было это... Так спросите у него, чего вы на нас наезжаете? Я к вам претензии сейчас. Вы меня снимаете. Я вас снимаю. Ребята, Донецкие, ребята, распоряжение. Да, чье? Милиция живет. Администрация. Не администрация, я выполняю свои здесь должностные обязанности. Понимаете? Я здесь официально, то есть нахожусь. Я официально здесь нахожусь на работе. Милиция Российской Федерации, полиция Российской Федерации займется нашим обязанностями. Смотрите, я один, вас много, понимаете? Вот, смотрите, у вас подкрепление пришло. Смотрите. Я не могу с вами. А что без дубина пришли? С каждым по отдельности я с удовольствием пообщаюсь и разъясню. Общайтесь с руководителем митинга, пожалуйста. Где руководитель? Я откуда знаю вас? Вы кому еще позвонили? Бельку-то вызвали? Да, вызвали. Вот уже товарищи пришли. Где ваш руководитель? Давайте. Вам никто не запрещает этот митинг. Но есть определенный... Если никто не разрещает, пожалуйста, освободите место. Вот на этом месте совершалось... революция. Здесь притворилась история Севастополя. А потом приехали полицейские из Москвы и начинали рассказывать, где нам проводить митинги, а где не проводить митинги. Езжайте в Москву. И там всем запрещаете. Понятно? Я думаю, не успел, но скоро стану. Я уже начинаю сомневаться, понимаете? С такими порядками, как вы водите, уже начинаются сомнения по этому поводу. За что боролись? За что боролись? Объясните. Скажи, приехал. До свидания. По порядку. Это есть определенный механизм. Да, у нас есть переходный период. До 1 января 2015 года прописан переходный период. Почитайте распоряжение. Прочитайте распоряжение вашего руководства. И потом нам предъявляйте какие-то претензии. Вот чтоб вам надо было в установленном порядке подать. Я значит, есть товарищ Тюнин, Владимир, который подал в установленном порядке. Если ему вопросы, составляйте административный протокол. Вы сейчас сделали большую ошибку, то, что вы на народ вызвали Беркут. Вот это я никакую ошибку не сделал. Вот. Я выполняю свои должностные обязанности. Еще ты раз. Ты Беркут вышел на народ. Ты что? Вы поймите, мы вас просим. Давайте сейчас Беркут идем. Я буду один с вами разговаривать. Мы будем митинг проводить, а вы будете составлять административный протокол. Мы будем проводить митинг. Даже доставить людей. Доставляйте. Наручники только достаньте, доставляйте. В чем проблема? Я вас очень прошу. Наручники где? Давайте наручники. Нет у меня никаких наручников. Ну так отойдите, не мешайте людям митинг проводить. В чем проблема? Кирилл Евгеньевич, значит, смотрите, ситуация зашла в тупик определенный. Значит, мы делаем все следующим образом. Леонид Владимирович, в нарушение закона будет проводить митинг. Мы это все документируем, фиксируем. О, нормальное решение, отлично. Давайте. Принимать по этому поводу решение. И там в Москве сообщите, что Севастополь, это не Москва, понимаете? Это разные города. Здесь русский город, а не российский. Российским еще известно, когда станет. А русским было, русским останется. И запишите себе это на лбу. И передайте вашим начальникам, которые вообще ничего не понимают, что здесь происходит. Вам понятно или нет? Вам понятно или нет? Хорошо. Одна фашистская власть ушла, вторая фашистская власть пришла. Зачем этот цирк здесь устраивать? Никакой цирк. Цирк устраиваете вы. Уважаемые, у нас переходный период, и не надо ничего доказывать. Пожалуйста, вы можете нормально со мной поговорить, понимаете? Если руководитель с ним разговаривает. Митинг против коррупции, это цирк. Да. Его можно было просто... Вот, фамилия коррупционера, ознакомьтесь. Его можно вот, фамилия коррупционера. Его можно было согласовать, понимаете, не было бы вам... У вас есть претензии, составьте административный протокол. Составьте, в чем проблема. Запрещать вы не имеете права нам проводить.
Владимир, я могу с вашим руководителем пообщаться? Пожалуйста, общайтесь. Как его по имени? Дунин Владимир Леонидович. Владимир Леонидович, могу я с вами пообщаться? Смотрите. Так, у нас состав. Владимир Леонидович, я попрошу вас. Да, мы все равно как бы материал, я сейчас не знаю, какой будет материал. Нет. Материал пока административный не будет. Смотрите. Просто я как прошу, да, все равно, там, я не знаю, с вами там связь же есть, да? Конечно. Я позвоню, вы ко мне явитесь, там, объяснение дадите. Ну, официальную повестку. Ну, сейчас сам адвокат. Идите, пожалуйста, представьтесь. Представьте, как вас зовут? Я к вам не обращаюсь. Нет, я просто вот человек хочет знать вашу фамилию. Не надо, я уже представился несколько раз на камеру. Хорошо, то есть повестку, ладно, я там вас вызову. Хорошо, да. Мы с вами пообщаемся, там объяснение получится, потому что материал будет. Я с вами не общаюсь, понимаете? Я не хочу с вами общаться. Он не хочет общаться, не хочет представляться. Так что, митинг идет? Все, митинг, мы охраняем общественный порядок, то бишь вас от всяких противоправных. Правильно. То есть противоправных действий. Если вас кто-то будет притеснять... Нас охранять не надо. Нет, все, мы согласно этого уведомления подавали, чтобы нас охраняли. Поверьте мне, и проверьте мне, я готов выполнить свои должностные... Вот лично нас. Лично нас охранять не надо. Все, нет. Найдите себе достойное занятие. Я вам дам список коррупционеров, пройдитесь по ним. Всего хорошего. Вы имеете право охранять.